Вам самому не было страшно касаться этих тем, того же Сталина темы, реабилитации многих людей, репрессий и так далее? Вы знаете, люди делятся на две части. Страшно всем, а просто одни делают, другие нет. Но страшно всем. Физический страх, вы помните ощущение вот животного такого страха было? Конечно. С чем это было связано? Ну, прежде всего, несколько раз были ситуации, когда просто... Ну, вот, во-первых, у меня у подъезда все время встречали какие-то, значит, там, они назывались «Общество память». Ну, я так думаю, что это как-то было там организовано. Периодически там приходилось просто сталкиваться с группами людей. Иногда наших ресурсов, моих, моих друзей не хватало. Потом, когда я сидел в камере в Сочи, меня взяли, значит, за изнасилование двух несовершеннолетних девочек. Было как сфабриковано это? Дело. В Москве уже Эдуард Михайлович Сагалаеву, значит, следователь, это был главный редактор нашей молодежной редакции, уже показывали их показания. А я в этот момент был в КПЗ в Сочинском, в Центральном. В Карабахе, когда двух попали девочек, в плен. Одной не получалось никак, двух надо было. Не получилось. Было две, обе несовершеннолетние, две дали показания. Но потом, когда потом все это стало раскручиваться, там одновременно статья в «Правде» вышла, тогда «Правда» была главной газетой, значит, «Пена на берегу» называлась статья про меня. Были такие моменты. И было страшно в этот момент? Когда газеты нет, в КПЗ было страшно, когда в 5 утра пришли трое пьяных милиционеров, я понял, что я один, вот и все. Было страшно, потому что я не очень был уверен, что я справлюсь с тремя. С двумя девочками справились, с тремя милиционерами. Нет, с двумя девочками я справился литературно. Это, так сказать, родилось в голове у следователя талантливого. Вот. Но, кстати, цинизм системы заключался в том, что девочкам, они были из неблагополучной семьи, и там пообещали какую-то квартиру, и потом, ирония судьбы, через год они обратились ко мне помочь им с этой квартирой.